Пугачева признала свою старость. Эстрадная певица Алла Пугачева объявила поклонникам, что резко стареет. Артистка пожаловалась на ухудшение здоровья в своем инстаграм, пишет «Комсомольская правда». Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, подчеркнула Пугачева. Как отмечает издание, так певица ответила на критику интернет-пользователей, высмеявших ее внешний вид. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь, предложила 68-летняя звезда. Она также пообещала в последние дни своей жизни думать о детях и своих поклонниках. В январе 2017 года Пугачева показала тапки в ответ на критику новогодней телепередачи с ее участием. У Аллы Пугачевой двое несовершеннолетних детей, Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 46-летняя дочь Кристина Арбакайте. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.